Доброго дня, коллеги! Приветствую вас в нашем блоге «Часто задаваемых вопросов». И сегодня я хочу обсудить правила безопасной работы так называемыми прямыми липолитиками, то есть биодетергентами. Самое важное — помнить, что инъекционный липолиз оказывает системное действие. Далее, после инъекции биодетергента развивается воспалительный процесс с макрофагальной инфильтрацией. Разрушение адипоцитов приводит к гибели клеток соответственно. Некротические массы фагоцитируются макрофагами и удаляются через лимфатическую систему. Обязательно учитывать, что в области локальных жировых отложений крово- и лимфооток будут нарушены и наблюдаются застойные явления. В связи с этим необходимо обеспечивать своевременную эвакуацию и утилизацию продуктов распада. Далее, нужно учитывать, что имеются расширенные противопоказания. И обязательное условие перед началом курса липолитической терапии — иметь в наличии свежий биохимический анализ крови вашего пациента и УЗИ органов брюшной полости. Коллеги, если у вас остались вопросы по этой теме, пишите в комментариях, и мы обязательно ответим на эти вопросы в следующих видеороликах. На сегодня все. Пока!